Лесоповал в центре города стал обычным явлением. Причина тому – массовая гибель деревьев. Задача своевременно выявить и ликвидировать сухостой стоит перед коммунальными службами. Самые проблемные районы города – улицы Советская, Нефтестроителей и Чапаева. Все работы по вырубке проводятся по согласованию с райисполкомом. Сухие стволы и ветки будут переработаны в топливо для котельных. Большинство погибших деревьев – это березы, сосны и ели. Засыхание специалисты объясняют природными условиями. Основная причина здесь – это, конечно, засушливый прошлый год, аномальная жара, понижение уровня грунтовых вод, насаждения, где в свое время или затухшие очаги, или которые повреждались вредителями. Вот эти насаждения, которые были когда-то ослаблены, сейчас как бы активно подвергаются усыханию.